Самара городок. Красивая набережная Волги, знаменитые на весь мир памятники, старинные здания, всего не перечислить. И именно здесь проходит международный фестиваль спортивного кино и телевидения. Молодежка тоже принял участие в фестивале, и на творческую встречу с актерами и продюсерами народу собралось немало. Все очень хотели пообщаться с кумирами. Думаю, то, что второй сезон будет очень яркий, и все будут его смотреть. Мне кажется, он будет намного интереснее и лучше. Популярный актер Алексей Огурцов поделился своими впечатлениями о фестивале и сказал самые что ни на есть воодушевляющие слова для всех хоккеистов МХЛ. Конечно, я всем желаю добра, я всем желаю не участия, а побед. Будешь верить в победу, она однозначно придет. Кто-то, знаешь как, кто-то вот копает раз, лопатка копнул, сразу вода. Кто-то побольше копает, но она все равно, победа придет. Она от тебя никуда не денется. Друзья, ходите, приходите, приводите своих друзей, бабушек, дедушек, приводите на матчи молодежной хоккейной лиги и занимайтесь спортом.